Одежда для всей семьи, стильные украшения и сумки, товары для дома и сада, мясные и рыбные деликатесы, сладости и многое другое. В Магнитогорске открыла двери выставка-ярмарка «Регионы России», которая расположилась в торговом центре «Славянский». Широким ассортиментом ознакомилась наша съемочная группа. «Регионы России» – уникальная выставка-ярмарка, где на одной площадке представлены самые разные товары. В ассортименте летние платья разных цветов и фасонов, стильные футболки, сарафаны, халаты, рубашки и многое другое. Огромный размерный ряд как для стройных покупательниц, так и для дам с пышными формами. 100% лен, не садится, не линяет, тело практически отдыхает. В большом ассортименте брючки – это летний хлопок, очень легенький, тоненький, то есть на жаркую погоду будет очень комфортно ходить. Большой выбор одежды для сна и отдыха. Здесь же можно приобрести удобную женскую обувь из кожи и текстиля, солнцезащитные очки, товар для красоты и стильные украшения, в том числе авторскую коллекцию из камней, кожи и дерева. Есть большой выбор сумок самых разных моделей. Можно носить как сумочку, можно носить как рюкзачок. То есть вот так. Большой выбор. Приходите, ждем вас. Это гобелены, которые не помогают, легкие, которые представлены в единственных экземплярах. Мастер из Москвы, есть мастер из Пензы. Ценители качества и комфорта порадуют изделия из знаменитого белорусского льна. Полотенца, скатерти, пледы, подушки и многое другое. Это полотенце из вареного льна, в состав входит лен и хлопок. Они моментально впитывают, очень быстро сохнут. За счет льна запах и влаги в себе не оставляют. Приходите к нам на выставку. Лучшими помощниками станут товары для дома и сада. Современная окномойка, многофункциональные отпариватели, суперсекаторы, пилы и не только. Ее можно насадить в специальное отверстие на любую палку, на любой черенок и работать на высоте до 3 метров. Этим крючком, то есть палку подлиннее сделали, чтобы не нагинаться и руки в колючки не сувать. И просто идете по саду и режете всякую ненужную поросль. Мечта любой хозяйки – салфетки, с которыми уборка в доме будет в удовольствие. Это сетка для мытья посуды, которая моет посуду без применения химии. Порвать ее нереально. Материал очень прочный, кофейный чайный налет, прилипший жир, остатки пищи – все удаляет эффективно. Есть и продукты питания, десятки видов дальневосточной рыбы, красная икра, мясные деликатесы и, конечно, настоящая белорусская сал. Кожица мягкая, сало просто сказка, во рту тает. Большой выбор сыров, деликатесы. У нас индейка на гриле очень вкусная. Масло сливочное, вообще бесподобное, вот как раньше. Сыр колбасный, вкус детства. На десерт – орешки в йогуртовой и шоколадной глазури, козинаки и другие сладости. Все это можно приобрести, посетив регионы России. Выставка-ярмарка будет работать по 21 мая с 10 утра до 7 часов вечера.